Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Серафим, и сегодня мы продолжим играть в Гильдию 2 Ренессанс. В прошлый раз мы с вами пару разков, наверное, попытались пробраться в совет, но у нас ничего не вышло, так как там все одни гады, которые не хотят уступать нам место. Ну, значит, на нет и суда нет, как говорится, так что будем пытаться, не пробираясь туда, пробиться в люди просто, без совета. Это может быть более сложно, но, тем не менее, надо попробовать. Ну что туда сейчас идти, это просто бесполезно. Трата времени. Ух ты. Мне вам показалось, что он крадется. Хотя... А, ну все верно, установлено. Следит за кем-то. Понятно. Так, вашему вору... Ваш вор собрал следующую информацию о здании хлебопекарни «Круглые лепешки». Меры безопасности так себе, возможная добыча пара монет. Ну отлично, это совсем неплохо. Гораздо лучше, чем я ожидал. Давайте попробуем теперь совершить кражу со взломом. Вперед из песней, да? Опа, стражник. Стоит тут, засранец. Так, а, все в порядке. Он зашел в колодец, значит, все в порядке. Главное, чтобы собака не залаяла. Хотя она может тут и не может так сделать. И вообще по барабану, она прошла сквозь здание и вообще без разницы. Ну, тем лучше. Тем... Так, еще один стражник. Можете вы поменьше будете хейтить в эту сторону, то как-то нервируете, честное слово. Давай, заходи в колодец. О, молодец. Все правильно. Разработчики очень толково расположили колодцы, так что... Самое то для стражников. Новгород продает военное снаряжение из арсенала. На целых 23 часа 20 вертина спящей красавицы имеются в наличии в городской конторе. Понятно. Тут у нас как дела обстоят? Все, тут у нас все в порядке. Наш вор Лина Подольский работает. А где у нас? Вот они. Так, защищаем. И ты у нас тоже защищаешь. Ну, отлично, вы заняты делом, так что к вам мне приставать не стоит. У нас наступает утро. А это означает, что сейчас нас заметят. Стоять! Ну что ж такое-то, а? Что же вы сюда, стражник, идешь? Yes. Отойди сюда. Так она нас заметила, интересно? Пыльца раздора. Давай, отходи. Все в порядке, нечего придираться. Так, надеюсь, ты не будешь нас сейчас стукачить этому стражнику. Ну? Стоп, 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 сваливай, сваливай оттуда. А! Бей ее хоть чем-то. Так. Так, давай что-нибудь, не знаю, нагруби ей. А, отлично, все. У нее не получилось использовать на нас пыльцу раздора, которую она так хотела сделать. Нормально. Я-то думал, что сейчас она с кем-то нас будет ссорить. Но мы вовремя начали действия атаки, и поэтому нам не принесло того эффекта, который должен был быть. Ну, стражник прошел, и мы можем вернуться к своей работе. Эй. Давай. Все. Свидетелей больше нету. Можно приступить. Тем более у нас продолжается. Так. Кстати, у нас продолжается, реально. То есть мы можем... На время, когда кто-то подходит, можно спокойно отходить, покурить. После этого продолжать грабить. Хорошо работает, хорошо. Давай. Оп-оп-оп-оп, стоп-стоп-стоп. Так, Алдис, отходи. Время закончилось. Вот он, идет, стражник. Давай, проходи, мы просто тут стоим, отдыхаем. Все мирно, спокойно, все пошел, пошел.
кто чувствует себя забытым. Да ёлы-палы, мне, по-моему, это как проклятие уже ты. В самом деле. Так, тут у нас два стражника. Чё это вы, парни, делаете? Пристав. Еще один пристав. Вы что, здание проверяете? Что-то вас слишком много здесь тут находится. Здесь вроде бы никто никого не грабит, все нормально. Ну, чего стоим? Как-то немного подглючивает игра. Ну, будем надеяться, что она будет каждый раз отвисать, потому что иначе придется записывать все сначала. Что не очень хорошо. Но вроде бы она отвисает сама по себе, так что попробуем не обращать на это внимания. Сборщик налогов. Ну давайте уже все проходите, сколько вы будете тут еще шататься. Ты-то прошел, все. На него можно не обращать внимания, на этого. Давай, пики. Ну-ка. Да, отлично. Тебе по барабану? Да, повозки. Стоп, елки-палки. Что же за невезуха-то такая? С ночи пытаемся что-нибудь сделать, и не получается. Хорошо, что стражники тут слепые, и они видят всего лишь на метров 5 вперед. Ведь так? Ой, ну ладно. Все, лучше мы пока немного отвлечемся и посмотрим, что у нас происходит в берлоге. А у нас там очень интересно происходит. У нас сейчас 4200, а это означает, что мы можем улучшить свое здание. Или почти можем. Да, нам нужно 4400, и после этого у нас уже будет логово воров. Это нам придаст достаточно много полезных. Так, что у нас? Да, давайте отреставрируем. Чувствую, копейки какие-то, 62. Пускай. Надо поддерживать порядок. Преимуществ нам даст очень много этого логова воров. Так что, пожалуй, так и надо поступать. Ну что там, освободилось место? Да, все. Да. Давай. Заканчивай уже с этим зданием. Сколько можно с ним уже работать? По закону подлости должен был обязательно сюда зайти стражник. Ну, это... Это даже не смешно. Совсем не смешно. Что ты тут бегаешь? Все приставы, приставы, приставы. Спокойно. По-моему, все-таки что-то тут наделали такое, что теперь есть просто проложен маршрут. Так, здание отреставрировано, отлично. Все. Кто-нибудь задержите тут этих стражников, а то им делать нечего-то и ходят по улочкам. Прошли. Все, давайте, давайте, выметайтесь отсюда. Старые еще и ходят тут. В центре находитесь. Правда, мы там тоже воруем. Ну-ка, продолжим. Тут никого нету. И тут никого. Неужели нам улыбнулась удача? Редкость, редкость. Особенно для вора. В это время. Так еще фиг оставишь нашего главного героя, а то отвлечешься, там начнешь что-нибудь другое делать. И все. Сразу там все полетит. Сразу 10 стражников со всех сторон, чтобы вот сразу заметят. После этого только поймешь, что либо убегать, что не всегда получается. Как мы помним по первой части игры. Либо сражаться, что тоже не получится, так как стражников сразу десяток обычно прибегает. Ну-ка. Не, все в порядке пока что. Сейчас эти двое, наверное, сюда придут. Но от них можно будет уйти, если что, да? Да-да-да, все, вижу, вижу. Можно не напоминать. Давай. Все, спокойно, отходим. Все мирно. Так, тщательно и прилежно изучив дела. Нас больше не избрали. И это не очень хорошо. Надо повышать свой уровень. Так, тут аж двое остановились. Ну вообще. Чувство они заметили, что кто-то взламывает это здание. Кто бы это мог быть? Так, ну что ты?
У тебя все еще хорошие отношения с нами. Надо бы к тебе еще раз сходить. Но после того, как мы ограбим это здание. А ограбим мы с вами его по-любому. По-другому просто нельзя, чтобы было. Мы слишком долго с ним возимся, чтобы упустить такое. Все, давай. Сейчас это, конечно, достаточно рискованно. Но другого времени у нас просто быть не может. Нищенка. Ты сюда, надеюсь? Да. А ты куда? Не говори, что... Нет, в колодец всем. Молодцы. Все верно делаете. Так, тут у нас пошел обратно. Ну? Фуф. Я уж испугался, что это кто-то... Оп-оп-оп. Нет, сволочи, сволочи. Ну, как же можно было вообще так совершить такой прокол? Просто вообще супер. Все, давай, бей его. Хотя, думаю, это вообще бесполезно. Поэтому мы, наверное, сейчас просто смотаем к себе домой. Так, остался вот наш дом. В принципе, бежать недалеко. Так что, пожалуй, бегись. Пробегись ты до своего дома. Так, главное, не отвлекайся. Беги спокойно. Ой, ёперный. Давай, все, работай. Тебе незачем драться. Главному лидеру спастись, а всем остальным уже без разницы. Ты, главное, доделай свое дело. Ты уже, кстати, его почти доделала. Ну, в общем-то, хорошо сработало. Сразу заступила за хозяина. Вполне неплохо. Давай. Еще сейчас сдашь. И будет все отлично. А тут у нас слишком часто теперь ходят стражники. Надо быть наготове. Так, кладчик, все, у нас там вроде бы... Да, никого нету, все, давай. Будем надеяться... Я точно не помню, но если отвлекает, по-моему, то нельзя продолжить взлом. Вот в этом вся проблема. Но сейчас узнаем, если опять начнется сначала, то... Ну уж как есть. Сейчас увидим все равно на нашем персонаже это. Так, что у нас тут? Покровительство над строением гончарное. Глиняное что-то там. Окончено. Хорошо. И тут у нас тоже окончено. Так, ну раз все так шикарно, пожалуй, можно вымогать деньги со следующего здания. Например, что у нас тут есть-то? Нет, с нее опасно как-то вымогать. Судный дом... Давай с лавки волшебников. Да уж. Хе-хе. Так, что у тебя? О! Ты еще можешь продолжить. Отлично, все, радуемся. Мы успеем в любом случае. Так, мы даже посмотрим до конца это. Момент, потому что... Как же столько прошло времени-то последнего. Ну. Обрадуй меня. Большим вознаграждением со взлома. Так. Опять она чувствует себя забытым. Даже читать не хочется уже подробно. Во. Все, 50 опыта, да еще и 300 монет. Немного, конечно, но вполне ничего. Вполне ничего. Так, теперь что? Теперь мы, в принципе, можем обследовать, допустим, ткацкая мастерская. Нет, как-то не очень хочется. Как-то тут многовато всего. Давай обследуй эту вражескую пекарню. А мы пока перейдем к следующему нашему невольнику. А то он ничем не занимается. А это не полезно. Так, ты где вообще? Так, давай, отпускайся. Вот. Ой, ёлы. Мне показалось, что это на меня напали. На моего сотрудника. Но все обошлось. Это были не мы. Ты очень хорошо работал тут, поэтому мы тебя далеко отсылать не будем. Ты будешь где-то в этом же районе. Допустим, эту пивную. Давай. Так, что у нас там с другой? Кража удалась. И дальше... Теперь лавка волшебника. Новинки из травинки. Стоп. Нет,
Сволочь, почему же ты напал в самом деле? Так, давай, сматывай, сматывай отсюда. Тройное. Тройной бег. Так, давай, несись на всех парах. Ты должен смотать. Смотать. Ух ты, как тебе далеко-то сматывать. Давай. Мы верим в тебя, бегун. Так, ты где вообще? Вот, побежал, побежал, побежал. Вы тоже со мной побежали? Нехорошо. А, ну все, его они, по-моему, отпустили. Так что можно возвращаться. Только-только и уже все. Так, давай. В медцентр. Значит, надо быстренько... Я понял тут систему. Надо быстро брать протекцию, когда нет стражников. И после этого уже можно спокойно идти. Давай. Беги. Бегом сюда. Потом к врачу, потом на работу. Мы будем поддерживать твое физическое состояние. Так, судебный приговор. Гуманный, но это не у нас. Травленные кинжалы, все это немного другое. Семья Хофт отказалась платить дань за вашу протекцию в стране пивная, обманутая доярка. Но это мы еще посмотрим, как она откажется. Так, забытая. Все. Тут у нас все в порядке. Так, ты у нас обследуешь. Да, совсем неплохо. Теперь же... Не, конечно, было бы неплохо, чтобы... Мы еще кого-то улики накопали. Ну, конечно, это не сравнится с нашими уликами. В конце концов. Но все же... Я даже не ожидал, что представитель гильдии... Грабеж со взломом, нападение на гражданина. Вообще. Ну, всякое может быть. Так, давай уже заканчивай. С этим обследованием вражеской пекарни. Мы должны идти навестить нашу девушку. Которая... Катя, где она? Как притянула там нас та девушка, потому что я даже не помню ее имени. А, она же из врагов. Как же я это мог забыть? Так, ты у нас что сейчас делаешь? Производством занимаешься. Нормально, молодец. Но мы вынуждены тебя немного отвлечь. Потому что, ну, как-то не получается сейчас. Так, надеюсь, ты не эта толстая. Так, ну-ка. Давай. Каролин Марквит. Оп, нет, ты не к тому идешь. Не тому. Так, можно поцеловать, наверное, ее. Вот, какая ты полная-то. А, нет, вы все такие. Все нормально. И пока наш герой доблестно идет к своей возлюбленной, мы с вами проверим нашу берлогу, потому что сейчас у нас полно денег, и мы сможем улучшить ее, точнее поднять уровень до логова воров. Хотя подождите-ка, мы и до гильдии-то сейчас уже сможем фактически. Хотя пятый уровень там требуется, у нас какой? У нас с вами третий. Надо дальше расти. Значит, все. Значит, улучшаем. Потому что до пятого нам еще много времени потребуется. А ждать не очень надо. Да и не хочется, в конце концов. Все, мы улучшаем наше первое и пока что единственное здание. Там будет война. Останавливаем и читаем. Война будет между Ганзейским союзом и Шведским королевством. Ну, конечно, ошибок море в русификаторе, но можно прочитать все-таки. В 8 часов через 8 мы соберем войска и выступим против неприятеля. Мы обращаемся ко всем городам с призывом выставить свои отряды под наши знамена. Шведское королевство собрало огромную армию против нас, поэтому каждая семья страны должна нанять в арсеналах дополнительных ланскнехтов или сама взяться за оружие. Ну, короче... Все будет поровну рассчитано и так далее. Ваш вор собрал следующую информацию о здании пекарни 3 корочки хлеба. Меры безопасности, проще пареной репы. Возможная добыча пара монет. Нормально. Так. Где ты находишься-то? Ну-ка. О,
А тут-то и нету никого, кроме тебя. Ну вообще, шикарно. Что ты тут делаешь? Так, давай пригласи на танец. Я сейчас скажу, кого. Да ее давай пригла... Так, ее тут нету. Как я могу ее пригласить? А, стой, стой, стой! Куда же ты? Тут же находится она. Давай, забегай внутрь. Сейчас ее и пригласишь. Давай. Оп. А, ты сюда зайти не можешь, получается. Ну? Сеньор Алдис Хэбден, тебя сюда не пустят? А, нет, пустили, все же в порядке. В чем же та проблема? Давай, что ли? Исполни свое. Ой, стой, спадла! Почти не на ту пошли. Ну, вот она. Давай, давай, давай. Не споткнись. То я тебе не очень верю. Ну, покажите нам суперэффектный поцелуй. Да. Как-то совсем не эмоционально получилось. Ну, в принципе, мне нравится, как выглядит наша, возможно, будущая жена. Вы умеете целоваться, сударь. Форма у нее что надо, как говорится. Эй, парень, ты стан... Ёлы-палы! Вы... Кошмар какой-то происходит. Ну ладно, у нас еще лучше теперь отношения с ней. И, пожалуй, надо еще что-нибудь с ней сделать. Например, сказать, иди за мной. Надеюсь, ты пойдешь. Надо пригласить ее на танец, и она будет наша. Все, пошла. Это великолепно. Можем перейти в таверну. Ну а там танец. И все. Она наша будущая жена. Точнее, она женой уже станет. Ну-ка. Приглашаем ее на танец. Так, главное, чтобы она еще вышла. А то без нее, когда будет совсем грустно. Forever alone какой-то. Давай, выходи. Что-то она выходить не хочет. Не пускают, по-моему, ее с работы. Да? Производство у тебя идет. Ну что ж, подождем. Подождем. Это не сильно нам помешает в наших темных делах. Темные дела начинаются, конечно, говорят о том, что мы сейчас... Что за звук? Откуда идет подозрительно странный и, как по совместительству, смешной звук. Тем более он, кстати, отдаляется. Значит, мы уходим от него подальше. Ну, в общем-то, можно было совсем его убрать. Нет, это не рабочие. Ой, ладно, все. Можно как-нибудь и без этого. Ну что ж, наш невольник ничего не делает, он нас так и не выздоровел. Вот теперь самое время. Давай, выздоравливай. А мы возвращаемся к нашей берлоге. Она у нас проектируется, скоро достроится. А значит, скоро мы будем ее дальше улучшать. Какой-то парень... А, нет, это рабочие есть. Все в порядке. Я уж понял, что к нам просто любой мимоходящий может зайти. И почти испугался. Но все не так плохо. Так. Что там делаешь? Перловую кашу несешь? Понятно. Теперь мы можем тебя пригласить? Нет, опять не можем. Где он находится-то? Все, наверное, внизу. Ясно. Значит, не будем пока доставать ее своим присутствием. Ну что там у тебя? Очередь. Эти вечные очереди, тем более, ко нету никого тут, чтобы лечить. Здание улучшено. И, как говорится, пора заняться им вплотную. Давай. Улучшим здание. Первое, что мы сделаем, это, конечно же, рабочее помещение. Защита от взлома. Ну и, конечно же, защита от пожара.
Ну, остальное мы пока, наверное, улучшать не будем. Хотя по одному увеличим, чтобы так, не сильно. И все. Дальше все будет нормально. Нанимаем, конечно же, еще одного человека. Эмили, еще у нас девушка будет одна. Давай. У нас теперь нет денег, но я думаю, мы быстренько поправим этот бюджет. Так, где она? Что-то я ее не вижу. Эмили. Марок. Где ты у нас? Ты у нас внизу находишься. Ну все, тебе тут делать нечего. Ты вообще вряд ли сюда вернешься. Тебя либо поймают, либо еще что-нибудь. Так, ты у нас можешь выкрасть, вымогать деньги. Ну, главное, что вымогать можешь деньги. Это очень полезно. Выкрасть кого-либо. Ну, неплохо. Так, давай выйдем. Кого же ты у нас можешь выкрасть? Тут вообще, наверное, так покажется, или это как-то надо в особый момент делать? Возможно, это в особый момент. Так, политика. Так, никого из этих... О, мы можем представителя гильдии выкрасть. Капитана стражи, давай. Это будет наша первая такая проба. По выкрадыванию людей, она все еще работает. Ну сколько можно на самом-то деле? Халявись-то. Мертен Сухао. Все, ты у нас выздоровелся. Ну, отлично, все, тебе пора выходить. Давай. Потому что работа не ждет, а ее у тебя очень много. А вы-то кто такие? Головорез, пикинер. А, в армию собираетесь? Ну, правильно. Ты тоже теперь можешь кого-то выкладывать. Нет, ты у нас будешь заниматься нормально. Здесь тебя лечили, и здесь же ты будешь их охранять, если тут не будет поблизости стражников. Это вообще возможно? Так, два стражника прошли, тут больше никого нет, все, давай. Да уж, хе-хе. Теперь госпиталь Червь Сомнения под вашей протекцией. За ваши заслуги вам платят 1360 монет. О-о-о, вот это да! Вполне неплохо. У нас какого уровня? 4 уровень. Вот, ну да, скрытность 10. То есть он вообще может козявку из носу стражника вынуть незаметно. Хотя это, наверное, сравнение не слишком показывающее. Хотя мастерство тут заметно при такой. Ну что ж, она закончила наконец производство. Она там, по-моему, и зимует. Точнее, спит. Ну, и то, и другое, наверное. Давай уже заканчивай. Сколько можно? Мы уже прохлаждаемся в этой пивной, в чем пивной нашего врага. Безумное время. Открывательница краденого. Эмили Марак. Куда бежим? Так, а реально, куда мы бежим? Кроски находятся где-то в другом месте. Кто чувствует себя забытым? На меньше работы и не будешь себя так чувствовать. В самом деле. Так. Мы все еще бежим, да? По-моему, это далеко, если только не здесь. Так, тут вроде бы никого нету. Значит, дальше. Понятно. Так, ты все еще тоже на работе, значит, мы проследим пока что за Эмили. Она у нас занимается очень интересным делом. А ты кто такой? Бандит. Просто бандит, вообще ни о чем. Устроить засаду. Так, пропусти. Молодую девушку, она делом занимается. Полезным. Где этот Кроски вообще живет? Давайте посмотрим. А, ну понятно. Он у нас находится вообще в другом городе. Неплохо. Зима, 1407 год. Гонзейский совет старейшин выдвинул свои войска в количестве к шведскому королевству. Пути назад нет. Да. О, Алдис получил вкуснейшее пирожное от Якуба Хофта. Как мило, не правда ли? Кто такой Якуб Хофт? Это еще вопрос. Как он нам дал пирожное, находясь на площади? Через нашего вора передал, наверное. Так. Чего стоим? Теперь некого тебе схватить? Нехорошо. Давай. Побежали дальше. Он должен стоять, по-моему, на месте, чтобы пойматься.
Стоп. Что у нас тут? Протекция закончилась, лавка-волшебник. Значит, мы сейчас получили неплохие деньги. По идее. Ну-с. Где эта старикашка-то, а? Вообще непонятно. Политика. Ну. Он все еще бежит. Он, по-моему, заметил нашего вора. Он будет бегать к нему не знаю сколько времени. Нет уж. Да будет всем известно, что Гамбург теперь столица империи. Неплохо развивается, но главное, что не у нас, а все остальное как-то не очень волнует. Так, ты у нас закончила, все верно. Ну, отлично. Значит, ты можешь заняться следующим. Ты можешь, конечно же... Нет, не... Ты можешь... вымогать деньги. Ну, что ты еще умеешь? Вроде бы ничего. Храм протестантский? Нет, нет, нет. Ну, раз такая умелая, давай попробуем на судный дом. 528. Ну, давай. Так, надо надеяться, что тут сейчас никого не будет. Хотя стражников тут всегда должно быть много. Так, смотрим. Смотрим внимательно за нашей девушкой. Если прокатит, и мы сможем взять под протекцию... Все, на этом месте надо будет сохраниться и закончить данную серию. Ну давай. Неужели мы возьмем у всех на виду на площади под протекцию судный дом? Это будет довольно... Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Слишком много стражников. Значит, чуть позднее сделаем это. Так. Сейчас случайно не на то еще нажму. Будет протекция. Нападение на здание и десяток стражей со всех сторон. Нет уж, нам такого не надо. Давай, уходи отсюда. Тут никого нет. Якуб Хофт. А, это он нас послал, по-моему, пирожное. Нормально. Так, давай. Ага. Все, мы получаем деньги. Это было довольно удачно. Так, опять гамбургеры, изменения. Ты у нас что делаешь? Все еще ловишь бедного? Мне его почти жалко уже. Жалко. Хотя, кого я обманываю? Мне его совсем не жалко. Он все время носится, куда ему вообще уже идти-то? Смешно, это где мы на карте находимся уже? Он уже в Лондон прибежал. Наша это, странница прям вообще за ним гоняется везде. А он этого не понимает. Не любит он, по-моему, девушек. Так, где у нас эта важная особа? О, отлично. Так, давай. Время пришло. Ну? Где она находится-то? Посмотрим, может она опять на кухне? Нет. Ее тут нету. Ну все. Она от нас смотала. В очередной раз. Так, где ты сейчас? Опа. Библиотека, что ли? Или что это? Так, давай, иди сюда. Сейчас ты должен ее, не знаю, там, обнять. Надо ее найти. Вот она, Леонхард Меррау. Все верно. Стоп. Ты кого обнимать-то собрался? Леонхард Мехау или нашу девушку? Магдалина Вальдервотч у нас. Не какой-то Леонхард Мехау. Так, спокойно. Все, теперь все верно. Моя несчастная жена, мои голодные дети, моя бедная собака, мои дырявые носки. Это кто вообще? Нищенка, что ли? Хлебопек. Ну вообще. Ну что ж. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ну и в следующий раз, а точнее в среду, продолжим. И будем дальше развивать свой род. Ну что ж, прождел? Прошло или как? Прижались. Ну да, вроде бы она не должна нас уже оттолкнуть. Мы слишком много для нее сделали. Это так мило с вашей стороны, спасибо. Неужели она в нас влюбилась? Так, предложение просрочено. Магдалина Вальдервотч влюбляется, и объектом любви является Алдис Хэбден. Кажется, больше нет никаких препятствий на пути к романтическим отношениям, а может быть даже к браку. Вот это да. Единственное, что я могу тебе сделать, это пригласить тебя.
Нет, ты с нами не хочешь идти? Давай, 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 за мной. Ну, ну. По-моему, она не хочет с нами ходить. Что удивительно. Так, ну ладно, давай Нет, все. Встань рядом и все. Она, по-моему, специально убегает. Ну, в общем, надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Серафим. Всего доброго.